Григорий Ольшанский увлекается роком уже около 20 лет. Готовит к выходу свой альбом. Сегодня на сцене выступает сразу с двумя группами. В Грег Джек солирует и играет на гитаре. В другой – Роуд Кроу – барабанщик. На фестивале выступают впервые. Музыка для него – это полотно ярких красок и целая гамма эмоций. Музыка – это жизнь. Это все, это дело всей моей жизни. Я занимаюсь кучей всяких дел для денег, для удовольствия, но музыка остается как-то единственным смыслом, самым главным. Фестиваль современного творчества проходит уже в юбилейный 10-й раз. Конкурсных направлений множество. Хард-рок, лайт-рок, рэп, битбокс, брейк-данс, граффити и диджеинг. Фестиваль «Свежий ветер» на самом деле зародился прямо в Анапе. То есть изначально он провелся первый раз в Анапе, и идея его создания была в Анапе. Для многих начинающих музыкантов фестиваль – хороший трамплин для старта. Всем известна группа Jam Day, которая стала лучшей в крае в номинации «Лайт-рок». Жюри оценивает авторство и содержание текстов, качество исполнения и музыки, сыгранность группы. Уровень на самом деле оправдал себя намного выше, был моих ожиданий, так что приятно, что нас в Анапе, даже в такой сфере, развивается культура. Победители муниципального этапа сразятся в зональном этапе конкурса и представят Анапу в Краснодаре.